У нас есть соответствующая статья в Конституции, где написано, что Молдова нейтральное государство. Кроме этого, я вышел с инициативой и предложил это уже и НАТО, чтобы мы подписали вместе определенную декларацию, что НАТО признает нейтралитет Республики Молдова. Я считаю, что в течение следующих месяцев, следующих нескольких лет международное признание нейтралитета Республики Молдова это будет являться одним из основных факторов и условий для решения Приднестровской проблемы. Нам нужно закрепить этот статус, как, к примеру, закрепили австрийцы. Вот международно признано, что Австрия – это нейтральное государство, Швейцария. Вот без международного признания, это должно быть документально.